Доброе утро, девушка. Не надо, девушка. Не надо ехать. Доброе утро. Нужно. Я только что сдала кровь. Пожалуйста, идите. Я все прекрасно понимаю, но по тротуару ездить нельзя. Не надо ехать. Назад, женщина, езжай. Ну, ты мне что делать? Что мне делать? Куда назад? Назад и проезжую часть. Сколько? Надо трогать. Хорошо, дайте мне выехать. Там нет. Вы можете только... Назад на проезжую часть. Нет, вам камеру. Вы свою... мне проехать. Вы свою машину уберите на проезжую часть. Слышишь ты, дайте мне проехать. Проезжать тоже не надо. Дайте мне проехать. Надо проезжать. Зачем вы хватаете? Дай проехать. Проезжай, вот назад, давай проезжай. Мама, уйди отсюда. Каждый день вот здесь мотаются. Проезжай части, просим вас. Я дома. Просим вас. Хорошо, по-хорошему, можно мне выехать? Куда я сейчас денусь? Вот, задом, давай. Подними, пожалуйста. Сейчас я твою камеру вообще убью. Ну, что отсюда? Уехали отсюда. Вот сегодня не залез, смотри. Ты дура! Дайте мне проехать! Куда я денусь? Куда я денусь? Дайте выехать! Слышь, ты кто такой? Ты кто такой? Слышь, ты пешеход, иди работать, устройся! Я не смотрю, так занимайтесь, а работать идите! Назад, проезжайте! Что мне еще сделать? Может, вы отъедете? Здесь тротуар, здесь для пешеходов. Да это мы от вас устали, поверьте. Здравствуйте. На тротуар заехали. А вот места тоже нельзя? А здесь нет парковки. Нарушают, здесь стоят. Понятно. Парковочка, она вот там есть. Это вот по той стороне три парковки. Вы посмотрели раздел «Женская логика». Здравствуйте, во-первых, я хотел бы поинтересоваться, что вы делаете потом с видео, потому что у меня авторские права, я в нем участвую. Да, я здесь, можно снимать? Конечно. У вас же авторские права, как вы снимаете? Да, а во-вторых, я понимаю, что вы тут стоите, молодцы, правильное дело, но прежде чем стоять здесь, вы, пожалуйста, покажите мне платную хотя бы парковку, где я могу встать нормально рядом. Вон, дальше стоит. Парковка. Вот парковка раз, вот парковка два, у следующего торгового центра парковка три. Вы просили показать вам парковку, я вам показал. Да, и что вы еще понимали, посмотрите, что происходит вон там. И что? Спасибо вам большое, вы делаете очень правильное и нужное людям дело. Здравствуйте. Ребят, мы развернемся и уедем. Просто нам надо уехать отсюда. А, так назад сдавайте, вы уезжайте туда. Вы туда? Да. И вы могли поехать налево, направо, а там поехали некуда. Сюда, обратно в тротуар. Там некуда проехать, ты понимаешь? Вы заехали на ту часть тротуара, чтобы развернуться. Если вы едете сюда опять. Мне просто нужно сюда заехать, и чтобы вот люди развернулись. Вы заедете. Чтобы две машины сюда заехали и развернулись, и выехали отсюда. Ну, вот все приезжают как-то туда. Куда? Вот смотрите, раз машина проезжает, следующая за ней поедет, и вы также за домом. Вы же ничем не отличаетесь от остальных водителей. Ничем не отличаемся, просто удобство, ребят. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вы на тротуар заехали. А вот там парковочное место есть. Да. Вы там знак увидели? А? Вы там знак увидели парковочный? А где здесь знак, что заявка запрещена? А на тротуаре какие-то знаки есть вообще у нас? Тротуар. Я не вижу, что здесь тротуар. Вы как получали водительское удостоверение? Сама получала. Сами получали? Тогда вы должны знать правила дорожного движения. Вы разговариваете с жителем города Санкт-Петербурга. Меня зовут Владимир Мурзин. Владимир? Да. Меня Максим зовут. Очень приятно. Нет. Это тротуар. Это тротуар уже? Да. То есть вот эти машины... здесь вы заезжаете через бордюр. Вы попадаете на тротуар, согласно правилам дорожного движения. Если вы со мной не согласны, вот там стоит инспектор ДПС, можете подъехать к нему. Но я не пробовал. Он вам все научно-популярно объяснит. Добрый вечер. На тротуар заехали.
А мне к банку надо подъехать. Ну, машину паркуйте, где положено, и пешочком. Парковать. Где нельзя? Ну, там вот парковка слева есть. Там тоже нельзя парковать. Как-то. Около торгового центра, по-моему, 2 часа бесплатно есть. Ну, нет. Это вот как бы обходить. Ну, да, пешочком по пешеходному переходу и до банка. Классный аргумент. Мне же потом переходить придется. Это же целых 300 метров. Что сделать? Действительно полезно для людей. Я бабушку сегодня через дорогу переводил. А вот это вот все так. Так возьмите вы и сделайте. А я не пиарюсь и не хожу. Вот я тоже не пиарюсь. А что вы здесь делаете? Каждый божий день одно и то же. Каждый раз вы фотографируете себя. Мы не фотографируем. Мы ведем видеофиксацию нарушений. Делайте раз предложение. Все равно будут ставить, все равно будут ездить. Ну так сделайте вы. Так сделайте вы. Почему я должна это делать? А почему я это должен делать? А вы почему стоите здесь? Вы же стоите здесь. Раз, значит, я борюсь с хамством и этим методом. Ну, у вас есть какой-то другой метод, делайте нет. Вы. Другой есть метод. Ну так сделайте вы другим методом. Я... Сделайте вы. А вы почему нет? Я делаю, что я умею. Ну, если вам это не нравится, сделайте вы свое. ГИБДД, так напишите вы. Вот эти ежи. Напишите вы. Не вы не умеете здесь... писать? Я умею писать, но я вперед. Работаю. Я тоже работаю. После работы просто я здесь. Вы не воспринимайте как бы раз предложение, которое вам говорят. Да почему? Мы только что буквально минут 20 назад здесь стояли с инспектором ГИБДД. Все будут стоять все машины. Все. Здесь вот магазины. Ну пока люди из головы эту дурь не выбьют, так и будет, да. Но сейчас уже намного меньше. Я живу здесь 10 лет. Всегда стояли здесь, всегда. И вас это устраивает? Меня устраивает то, что, во-первых, нет парковок. Почему здесь нельзя стоять на дороге? Знак висит. Почему он висит? Кому он по правилам дорожного движения. Кому мешают здесь? Стояли бы вы, разрешено. Согласно ГОСТ, согласно правилам дорожного движения. Знаки у нас вешаются не просто так от балды. Просто так вешаются. Нет, не просто так. Я работала на улице Ефимова, просто так висел 8 лет знак. Стоянка запрещена. Потом разрешили. Ну, значит, изменились правила. Да. Какие-то стандарты по ГОСТу изменились. Просто так сейчас. Почему? Послушайте доводы. Здесь очень широкое место для проезда и для людей. Можно сделать и тем хорошо. Кто вам сказал? Я вам говорю, потому что я житель, я здесь хожу. И что я тоже здесь живу. И здесь и для проезда, и для прохода. Нет, тротуар он для пешеходов. Зачем тогда магазины? Вы в магазин не ходите? Хожу. Зачем? И подъезжаю в магазин, когда сумки тяжелые. Хорошо бы, если подъехать можно было. Ну, к этому магазину нельзя подъехать. К банку нельзя подъехать. Хорошо, нет. К банкам инкассаторы подъезжаем. Инкассаторы нельзя. Могут подъехать, если нет других путей подъезда. Хорошо. Добрый вечер. На тротуар заехали. А зачем тогда заехали? Ну, машину на парковочку, пешочком. Что, простите? А где вы тут парковку? Парковка вот. Вот туда чуть подальше тоже есть парковка. Да я отсюда вижу минимум 5, 6, 7 свободных мест. Вот там машина едет, давайте ее оштрафуем. Пойдем, пойдем. Добрый вечер. Заехали на тротуар. Ну, вы заехали все равно на тротуар, получается, вы сейчас получите штраф за свою езду по тротуару. А кто вам сказал, что это парковочное место, где вы встали? Вы видите, тут люди ходят? Но сейчас вам сотрудник ДПС расскажет, что это такое.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вы по тротуару двигаетесь? Молодой человек, я знаю. Хотите, чтобы меня выкинули? Нет, я не хочу, чтобы вас... Они устроены, они мне не проводят. Так а вы едете на людей?